Снова здравствуйте, снова с вами я, Михаил, канал «Картавый блогер», настоящий канал, да, то есть, если вы видите вдруг где-то на канале с малым количеством просмотров и прочее, напишите жалобу и прям так и напишите, что вот эти вот нехорошие люди воруют чужое видео. Так, что у нас сегодня? У нас сегодня, о, дорога, вот зеленая, так вот зеленая, достаточно большая. По улицам бродила большая крокодила. Большая зеленая посылка. Осторожненько, говорит. Тут что-то такое хрупкое. Так, ну давайте, наверное, откроем и посмотрим. Да не, ну что-то как-то маленький ножик. Давайте большую посылку будем большим ножом. Валю. Как у тебя порезать, вот чтобы вот не порезать? Это ж не тавтология, как это называется? Масло масляное – это тавтология. А вот как тебя порезать, чтобы не порезать, я даже не знаю, как назвать. Ой! Есть какие-нибудь предположения, что здесь внутри? Кто угадает? Кто смотрит внимательно, угадает обязательно. Вы внимательно смотрите, что внутри? Не знаете. Я знаю, но вам пока не скажу. Открою и покажу. Ведь лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Появились у вас какие-нибудь предположения, что так могут хорошо запаковывать со значком «Осторожно»? Хрупкая. Уф. Ну, я немножко устал, давайте, наверное, продолжим завтра. Шучу, откроем сейчас все сегодня. Аж прям интересно. Пупырки большие. В эти пупырки, наверное, можно сразу телефонов 6 засунуть и отправить. Вот так вот. И все это дело еще пленочки. Ну вот, собственно говоря, то, что я заказывал вот такую маленькую фигулинку, а это, видимо, к ней подарок. Шучу, конечно. Конечно, нет. Я заказывал вот это. Причем я смотрел и думал, у какого из продавцов выбрать. У одного, короче, были там в отзывах фотографии, там типа все чин-чинарем, клево, классно. А у этого продавца была фотография из того отзыва, где он говорил: ребят, посмотрите, у него блестит, как кутикула кошачья, короче, да, на солнце. А у меня, видите, какая матовая, говорит, продукция, короче. У меня, говорит, оригинал, говорит, а там, говорит, фуфел, фуфлыжный, не берите, говорит, там. Берите, говорит, здесь. Ну, я и взял. Теперь остается посмотреть, насколько хорошо он сидит на голове. Все это дело померить, попробовать. А у меня к нему, видите, внутри есть даже запасные умягчители. Забыл я, как они правильно называются. Ну, да и ладно. Так, ну, предварительно, вот
Это же липучки. Да, это липучки. Да, то есть мы вот так вот их отлепили. И вот так вот их прилепили. Ребят, ну, понятное дело, что это не оригинальный, полноценный, как полагается, шлем, да? Понятное дело, что это... Ну, закос, да, под боевой шлем, в принципе, достаточно хорошего качества при всем при этом. Вот. И для чего он нужен? Ну, вы знаете, я бегаю периодически в пинбол, играю, и когда очередной бесплатный входящий тебе приходит в голову, вот, ты, ну, мало того, что ругаешься матом, у тебя еще возникает вопрос, какого ляда я без каски. Вот, я решил то, что, ну, все-таки пора бегать в каске и не бояться входящих в голову. Также, я думаю, найти держалку для экшн-камеры, чтобы ее можно было установить сюда и гарантированно знать, что она снимает именно то, что надо. А помимо прочего, вы сможете получать максимально хорошее видео, да, со сценарных игр. И в целом, пока он мне нравится. Значит, что сейчас будет? Сейчас я на какое-то время это видео остановлю, померю и так далее и тому подобное. И весь этот ролик сможет быть дополнен. Вы сможете посмотреть, как он выглядит, а на мне. И там какие-то более подробные отзывы, опять же, смогу сказать. Пока прям вот очень-очень-очень даже. Пойду баловаться. О! Видите, тут еще какие фигуринки есть. В общем, баловаться я пошел.